Новый детский сад в поселке Мирный распахнул свои двери. Теремок примет 360 малышей. Открытие дошкольного учреждения особенно важно для нового микрорайона. Детсад – первый соцобъект в ЖК «Томилино парк». Все прелести детской жизни Виктория Малконян ощутила сполна. Новые друзья, игрушки, мебель и отзывчивые воспитатели. В этом теремке все с заботой о малышах. Мне нравится детский сад, и у меня очень-очень много друзей. И у меня новые, очень много игрушек в этом детском саду, и мы с всеми играем. Детский сад «Томилино парк» с нетерпением ждали как дети, так и их родители. Дошкольное учреждение пока единственное в новом микрорайоне. По случаю открытия в теремке устроили большой праздник. Для всех гостей концерт от новоиспеченных воспитанников и напутственные слова от застройщика и главы округа. Самое главное – это педагогический коллектив, который является душой, который все организует, мобилизует. И детишки просто должны получать и радость, счастье, и желательно, чтобы со слезами уходили домой. А малышам в новом саду понравилось, постарались создатели проекта. Теремок – это воплощение маленького городка для юных жителей. На его проспектах, бульварах и аллеях расположились 15 групп, в том числе две ясельные. Внутри – просторные игровые и комнаты для тихого часа. А спальни в теремке в лучших традициях детских садов. Просторно, уютно, свежо. Здесь дети увидят самые сладкие сны. В трехэтажном теремке есть все и для развития детей. Музыкальные и физкультурные залы. Также работают кабинеты логопеда и психолога. Изо-студия, компьютерный класс. Вещеблоки уже готовят вовсю. Коллектив детсада укомплектован. Я познакомилась с девочками, которые уже работают. Очень творческие люди, желающие работать, дарить сердце детям, помогающие во всем и учитывающие потребности и особенности деток. Детский сад готов принять 360 малышей. Пока есть хороший резерв. Сейчас выдано 235 путевок. Всего в огромном строящемся микрорайоне мест хватит для всех детей. В Томилино парке построят еще 4 детских сада и другие социально значимые объекты. Планируется размещение из социальных объектов 3 школ. Здесь будет поликлиника, здесь будет отделение полиции отдельное. Здесь будет много различной социальной инфраструктуры, которая будет находиться там на первых этажах жилых и нежилых корпусов. Здесь будет устроена инфраструктура для размещения транспорта. Вот, соответственно, будут устроены, естественно, какие-то все необходимые проезды и выезды на близлежащие трассы. Также в этом году новый детский сад увидят жители Новокраскова. Его открытие запланировано на конец 2020 года. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.